7 матчей и 2 желтые карточки. Голов не забивал. Но вот сейчас может забить Скворцов. Хорошую передачу на Игнатовича. Делает удар и гол. 1-0. 27-я минута. Игнатович открывает счет. И здесь нужно в первую очередь, конечно же, отметить передачу Алексея Скворцова. Вот-вот мы с вами увидим повтор, но это два Роналду. Посмотрите, посмотрите, падение, падение уже делал передачу Скворцов. И противоход.